Мой отец воевал, прошел всю войну, и я понимаю, что среди нас нет ни одного человека, которого это не затронуло, это горе. Не то горе, это победа, это мужество. И я служил в армии, я знаю, что такое. Я 2 года отслужил, уже понимаю, отец прошел всю войну. Конечно, для нас это более кровоточащий вопрос, может быть, для других. Жалко. Кстати, он был политизирован всегда. Всегда это плоскости политики. Признаю и не признаю. Есть одна вещь. Мы участвовали своими основными действиями, своими людьми, с нашими родителями, добились этой победы. И для нас эта победа не должна быть от этого хуже или лучше. Приедет там кто-то или не приедет. Это их личное дело. Я не могу вмешиваться, судить их решение. Если они считают, что с политической точки зрения они будут выглядеть плохо, это конъюнктура. Политика, она вообще сиюминутная. Она глобальная, долгосрочной политики не имеет. Для этого достаточно оглянуться на 10 лет назад и понять, что все было по-другому. Это не должно омрачить нашего праздника. Почему? Потому что большое горе сменяется большой гордостью. Вот на гордость это не должно отразиться.